Чем? Забор взорвать. Как можно больше стрелять. Да, два снаряда, где встречал, что попал. Все, отлично. Нарисовал новую частоту на востоке от нас, переходим. Понятно. Пиздец, я, блядь, пробежал мимо него, короче, и он только меня увидел, когда я впереди него оказался. Это, блядь, спец. Какой-нибудь Каркарыч-то бегает. На противоположном склоне снайпер получается. Шопот, я рядом с тобой стою, чё? Ты как нащёлкаешь, как будто на крик. Так всегда. Ну уж извини. Ой. Она бьёт снайпер. Это охотник чёртов, да. 203 со 120. Какая 203? 230 высота. Охотничья винтовка бьет с севера, 20. Слышишь? Да нет, вроде точно не с 20. Смотри, 230 на востоке гонца. Сейчас с севера смотрю, погоди. Тут просто прятаться негде. Не боюсь высунуться на восток. А, ну да. 80. 245. Есть, пацана, на лестнице.
Краб. 225 на море там наверху прям в деревьях шарится кто-то. А, всегда бежит. Могу шугануть. Шугани, конечно, не. Он наша. Наша? По крайней мере, там лежит труп в джинсах, и кто-то светленький бегает. Ну, оптики нет, не да, я видел на третьем этаже кто-то бегал. На севере ничего нет. Я про восток говорю. На вас тоже ни хрена. У меня неудобно. Да, Паш, там свои на северной. Да, все. Я пока строю по лестнице. Территория калаш. Надо закапышить стройку. Ну, возможно. Бьется противоположного там. Не могу понять откуда. Ранен. Пиздец. Он тут снизу, во дворе, короче. Или на первом... Паша. Лёжа. То если я сейчас начну лёжать, я встану, меня ёб. Я слева от тебя. Слева от тебя у забора каменного. Поздно. Он зажег? Кто бежит? Пошел, бежит. Бежит. Сейчас нас закопают. Сейчас нас закопают. Так, я вас забыл. Бежим. На воде можно лёжа вязаться, я бы сейчас там перевязался. Мартин, пример. Я не нужен, Мартин, я холод. Хорошо, всё было.
видящим. Стрелять сейчас буду. Давай. Интересно. Перевяжи меня, кто тут рядом лежит. С противоположного склона, по-моему, били. Ну, что это? Вы с ногами, чё, бегите нагибать стройку. Давайте пулемет отдам. Хотя не, зачем, у меня обыск есть. Ладно. Там, привязывайте меня. Перевязывайте. Чарика. Вижу снайпер. Вторая северная. Там есть, короче. Азимут 25. Да, чуть левее на метр. Да, но понятно. Я так и не понял, убили мы его или он убежал. Последняя очередь не хорошо пошла. Да, у меня уже заканчивается. Дым и кину. Зараза. А, у меня клинит. А, все, я пустой. Давай. Так, я пустой. Надо трупик найти. А, могу штурмовать? Что сделать? Да не надо. Все, я штурмовать. Здесь. В дворе были, тихо, в гаражах. Но что с ним потом стало, я не понял. Почему ты тихо? Паш. Чуть-чуть. Паш живой? Да. Пиздец, Паша вот валяется раненым. Снайпера смотришь, нет? Смотрю. Вообще внизу. Под ограждением есть дырки, нет? По проползке можно? Да, по-моему, здесь забор ждревый. Так, с юга на север, восточную стену хожу. Что, там все нормально? Перерядывайся. Снайпер высовывается. Один стреляешь. Справа, а вот в деревьях больших, которые... Побежал дальше. Паш, там ящики должны быть внутри, и в них мины, короче. Выше, да, можно попробовать подорвать их и стройка сядет. У меня из оружия только граната. У меня есть сачел. Одного не хватит. Можно положить в противотанковый ящик их там. Ай-яй-яй. Я живой. Но не надолго. О, труп. Второй этаж, вижу его. Так, заходи, сейчас буду. Взял ПКМ. Паш, полутайте там ящики. Они в север-запад. Там есть противотанковые мины. Поставишь 3 ПТ и 1 сачел, и там осядет все к хуям. Вот бугаюзер. Зашел на телефон. Где-то
ты б лупани, сорви стройку, ёб. Нахуй тебя чистить надо. Наведи краб на второй этаж. Второй этаж? Он на второй этаж в Африке. Как на тебя еще навести ее на него? Ты понимаешь, что такое второй этаж? В какой части? В Южном? Видел в запад. Я теряю сознание периодически. Вот я сейчас был в старом ящике с ништяками. Можно было бы золото... Че это за бешеный тут наш? Иду по ящике. Ой, ГПшит их. Окей. Откуда? Где-то нашел. Что-то, по-моему, панал. Вон на первом тоже лежит, зараза. Дал ему гранату. Еще кинул. Ой, она пролипла. Я ранен. Тут кто-то был, по-моему, нашего убили сами. Да, да. Сейчас попробую, посмотрю. Умер. Гранаты, мины лежат на другой стороне, да, на входе? Нет, там же сейчас метку могу. Я капок через тройку пройду. Иду по счету. Тут я ничего сделать не могу. Кто-то на главном входе бегает. Засчитала. Никого не засчитала, кого я не знаю. Ну, мины.